утро мы проснулись, я сразу сходила в душ. Прохладная вода вчера добавили в душ. Но я так хотела искупаться, у меня ужасно грязная голова. Уже четвертый день не мою голову. Вот, сейчас лежу под вентилятором, так хорошо. Надо вставать, готовить завтрак. А у тебя уже с утра такая апатия из-за этой жары. Жарко очень. Вчера я не вела влог, так что вчера был выходной и много работы, так скажем. Выходной от влогов и куча работы, поэтому не снимала. Сегодня добро пожаловать, даже немножко соскучилась. У нас 9:37, долго раскачиваемся. Завтрак готов, яишенка и бутербродики. Всем приятного, будем кушать. Начали вчера сериал вечером смотреть «Девушки с Макаровым». Ничего такой прикольный. Вот, так что всем приятного аппетита, будем кушать. И вам тоже, кто кушает, пусть будет вкусно. Короче, у нас такая жара вообще невыносимая. Мы сейчас... У нас есть идея пойти работать туда к родителям, у них там кондиционер. И только у Игоря даже компьютер, я-то свой ноутбук легко могу взять, а вот у Игоря компьютер. Вот если сейчас Настин компьютер, ну, то есть ноутбук, хоть что-то потянет, тогда будет Варик на Настином поработать. Вот. Так что посмотрим, сейчас думаем. Ну, Игорь пробует, вернее. Блин, у нас так жарко, я вот искупалась, мне было так свежо. Прошло, блин, наверное, час, я уже опять вся потею, очень жарко. Ненавижу лето. Где там осень, зима. Вот. Так что сейчас посмотрим. То прям невыносимо жарко. У нас еще маленькая кухня. Не продувается, сквозняка нет. А дверь открыть мы не можем, у нас кот, поэтому... Пытаюсь что-то настраивать. Пришли. Работает ноут Настин. Это мой ноут. Сейчас тут Игорь разложит стол. Будем сидеть хорошо. Включили на кондёре 19 градусов. О, в кайф. Носика там с котиком со своим. Тут атмосфера работы. А я еще и сериал «Элита» качаю. 4-й сезон вышел. Хотим с Настей вместе смотреть. Игорь тут сидит, работает. Вот, я тут. Тут Настя с мамой составляют плакаты для дембеля. Уже придумывают, что писать, что рисовать. Они хотят нарисовать. О, так что у нас все при делах. Мама еще, кстати, там щи варит. Вот. Тоже сейчас прервемся и пойдем готовить тоже щи. Я тоже хочу все уже... Ну, короче, вчера с вечера все приготовила, чтобы сегодня много времени не тратить. Осталось просто все сварить. Пока покажу вам свои заготовки. Вчера вот нарезала капусту, морковку с лучком с вечера, пока было не жарко, и даже зелень на щи. Единственное, что картошки не было вчера, сейчас Игорь картошку мне почистит. Мы поставила уже там жирочки с мясом от шашлыка, остатки на щи сварить. Посуду помоем, уже компотик сварили утром рано. Разлили, чтобы утолять жажду. Вот, так что сюда пришли дела поделать. Вчера купила мне вот такие палочки кукурузные для девочек с подарком. У меня там очки выпали. Желтые, а у нее фиолетовый ободок и резинки. Потом дома вам покажу. Хрумкаем тут. Вот, ты накрасила? Mm-hmm. Вот, хрумкаем и работаем. Фу, жара. Нормально ты устроился. Вентилятор на него дует тут. Лежит такой. Зайка. Хорошо тебе? Чисто. Что, пообедали, короче, с Настей на пол валяемся, смотрим «Элиту». Мы сегодня целый день тут находимся, конечно, кайф с кондёром. Кто там выглядывает? Вот, я хочу себе привести еще в порядок, отработали вот. На Насте знаете, что делать? Сейчас покажу вам. Давай. Там будет поезд, солдат. Короче, вот такой будет. Такой будет у них примерно набросок. Ой. Прикольно. На ватмане. Мама пришла с работы. Игорь тут работает. Работаешь? Работает. Я собралась. Мама заявляет, что у меня много тоналика на лице. Вот. Чуть размазала. Жду Игоря с Настей. Что-то не так долго. Вот, и мы едем. Насте надо на Валберис. Там я что-то уже к дембелю пришло, что-то заказала, там потом покажу. Нам надо в магазин, у нас корм кончился кошачий, так что прокатнемся заодно. Там уже Игорь идет.
А где Наська? Идет. Наську ждем. Да не надо. Прикольно. Красивая Наська. Ножки. Мы пришли в Алберес. Да, Наська? Что ты там, Наська, заказала для дембеля? Покажи, да, потом? Покажешь? Дима вроде влоги не смотрит. Фикс прайс пришли. Шо? В розетку стал, да, смотри. Вот такой есть. Вот такой. Ой, как классно, сердечко. Настя. Желтенький. А, что-то зеленый. Смотри, какие светильники для розетки. Сердечко. Прикольно. Смотри, включается в темноте отдатчик. Ну-ка, мне не надо включать. Что такое за магнитики? Ой, сколько наклейки, ты их не замечала. Да. Да, много, я замечаю всегда их. Прикольно, да? С песиками. Всякие куколки. Миньоны. Смайлики. Вон как я покупала, там много их, 3 листа. Прикольно. Прохладит. Видите? Затовариваются вкусняшками. Хотим посмотреть элиту. Настю увидели. Настя чай взяла. Увидели, короче, такую новинку. Блин, я хочу их, но что так дорого? 260 рублей. Давай возьмем эту лампу и видим. Давай. Потом будет какая-нибудь скидка на них, да? Настя, ты взяла Принглс? А какие там еще вкусы? Сметана и лук. Что, покажу вам, что купили. Наши смешанные покупки, Настины и мои. Настя купила себе чаёчек. Так, я купила на всю семью чак-чак. Настя купила чипсы. А? Нет, мам, нету. Дальше Настя купила козинаки. Я купила нам хлеб. Мам купила, короче, опять салаку. И селедку взяли, такую уже готовую. Больше там ничего такого особо не было. Так, это Настина. Хлеб купила нам. Так, козинаки тоже взяла. Настя подсадила. Так, вот селедочка. Вот такую. Это у нас ужин будет как-то с рыбой. Так, дальше еще Настя тут кучу всего в фикс-прайсе взяла. А, я, кстати, вот такой еще кунжутный казинак взяла. Мне нравится кунжут. Настя в фикс-прайсе себе взяла корзину для трусов, для белья. Вот такую. Да я говорила, какую-нибудь коробку найдем. Ну, она взяла. Так. Корзину такую Настя взяла. Дальше Настя взяла вот такой чак-чак. Это мед. Тесто типа. Вот такие орешки Настя взяла. Вот такие орешки Настя взяла. Вафли Игорь взял себе. Так, я тоже такие орешки взяла. Корм кошачий. Настя ватные диски взяла. Ватные палочки. А, чак-чак. Это орешки мы с Игорем. Так, еще корм кошачий. Я, кстати, уже показала вам, сейчас маме покажу. Я взяла чак-чак на всех, на нас. Был в магните по акции. До этого Настя просто в фикс-прайсе взяла, а там был большой чак-чак. Да, на всех поделим. Так, Игорь взял себе вот такой черный хлеб ливанный. Так, это Игорь взял себе рыбку. Так, это еще Настя чак-чак. Короче, мам, какая-то новая миринда, вкус арбуза и ягод. Смотри, какой цвет. Прикольный, да? Игорь взял. Так. Что такое? А, Игорь, пиво. Игорь себе какую-то, смотри, мам. Золотой кабан. Красивая бутылка. Так, это чеки. Так. А. Это икринг. Так, я взяла майонез, потому что мы будем делать окрошку. Я люблю окрошку с майонезиком. Так, это наше. Ну и, в принципе, наверное, все. Чеки.
Настя выбрала вот такую вот еще щупальцами кальмара. Вот такую штуку. Мам, смотри. Короче, тут больше всех Настя взяла покупок. Настя сказала вот эту взять. Типа с кальмарами, прям кальмары там. Так что приходите на завтрак. Ну все, мы, короче, взяли вот это наше. Вот это в основном все Настина. Надо ей сейчас это все в пакет собрать. Так. Настя, смотрим Элиту. И тут идет Леся и в зубах тащит котенка. И принесла Сириуса, представляете? Тетя, вы маленького, мы его. Мы говорим, Мурзика принеси, она другую кошечку принесла. У меня вон там кошечка мамина. Лесь, Мурзика, принеси, Лесь. Мурзика принеси. Неси, Лесь. Неси Мурзика. Почему? Может, не хочет, что псёнка там... Почему она принесла? Мурзика принеси, Лесь. Готова? Да. Не, она маме принесла, мне сейчас твоего принесет. Она такая, знаешь, типа, ну вы выбрали, вот забирайте уже. Мне надоело их выкармливать. Лесь, неси Мурзика. Игорь мне пишет. Пишет мне, придешь домой, вместе выберем что-нибудь. Ну, типа фильм какой-нибудь на вечер. Он там ужин готовит, пока мы тут с Настей зависаем. Идет? Мурзик! Мам! Офигеть, принесла моего котенка Настину и маминого, который мама выбрала. Забыла вам показать, что в Фикспрессе рвала вот такой прикольный блокнот с иллюстрациями, очень красивыми. Тут их очень много. Ну, прям очень красиво нарисовано. Не придумала. Вон, смотрите, мне вот тут нравится. И сейчас покажу. Настя у меня чак-чак купила. И сейчас покажу это Насте, то, что купила, к дембелю готовится. В общем, это гирлянда. А нету там картинки, как это будет выглядеть, нет? А, ну вот. Вот, типа гирлянда в прищепке. И потом можно крепить фотографии. Как раз-таки Настя хочет сделать дембельские фотки, и будет прикольно. Здесь получается 5 метров, 30 лампочек. Такая большая гирлянда прям. Тут смотрите, кто у меня засыпает. Мурзик, Настя, котик. Покажи еще. Такие прям большие прищепки. Можно где-нибудь включить? А вон там розетку включишь? Это у меня тут лапки. Лапки маленькие. Спит. Спит маленький. Дремит. Сейчас. Классно. Камера, конечно, не передает. Так, сейчас выключить. Да, давай выключим.